Опять вы? Да. Слушайте, вы что, меня преследуете? Нет, не преследую. А что вы делаете? Я иду домой с концерта. Вам что-то нужно от меня? Здравствуй, Юля. Слава, парень Юля. Свиная отбивная 400, стейк из лосося 550, пельмешки мини во фритюре. Что будешь? А я буду все. Я шучу. Чем занимаешься? Компьютерщик. Я знаю, есть разные компьютерщики. Айтишники, а есть еще... Я айтишник. Программист. И программист. И программист. Да. А я маникюр делаю. Эта формула такая. Может, задержка мне? Отношения с тобой. Давай не сегодня, мне нужно по делам. Понимаешь, он мне очень нравится, но это его нерешительность. У меня есть одна идея. Можешь мне помочь? Да. Так, за что? За хорошую музыку. Женька, привет! Иди сюда. Не со скромностью такой. Я поставлю твердо то. Блин, понимаешь, мне так нравится, но я не знаю уже, как его простимулировать. Совершенно никак не реагирует. Может быть, еще что-нибудь придумаем такого? Ну, например? В кино поехали. Отлично. Если не сработает, пригласишь меня в да, кино. Просто оставим ее здесь хорошо. И уедем. Пускай уже думает своей головой дальше. Почему ничего не получилось? Что не понимаю? Я была уверена, что эта ситуация его как-то подстегнет. Вообще, как же так произошло-то? Знаешь, что я думаю? А может, я ему вообще не нравлюсь? Я люблю ее. Она будет моей. Это точка запятая. Вон же он! Слава, останови, Жень, пожалуйста! Сработал, сработал, сработал! Можно выходить? Слава, Слава, ты живой? Да, нормально. Что, где ударился? Дурачок, ты зачем ты пошел за мной? Воды надо, хочешь воды? Юля, ты нужна мне. Ты нужна мне, слышишь?